Добрый день! Представляю вашему вниманию куртки «Зима». Первый сорт. Подробная информация в ссылке под описанием. Начнем с вами с такой стеганой куртки. Размерчик у нее 56-й. Стеганая куртка с капюшоном Zara, размер S-очка. Классная, удлиненная. Здесь у нас ветровочка. Размерчик 60-62 с капюшоном. Так, а что где последний? Дальше у нас куртка. Так. 36-го размерчика. Так, здесь евро 50. Есть небольшие загрязнения. Где воротничок? Куртка с капюшоном, искусственный мех на капюшоне, внутри плюш, и в самой куртке тоже внутри плюш. Размерчик S. Такая тепленькая очень. Здесь у нас натуральный мех на опушке, он отстегивается. Так, размерчик S. Тоже очень плотная куртка. L-чка. Есть небольшой недочет, здесь вот нет заклепочки, которая бы закрывалась. Здесь так-то все вроде есть. С капюшоном. Флис в капюшоне и внутри. Размерчик евро 38. На замочке, на заклепочках. Здесь у нас с капюшоном, с поясом куртка. Размерчик M. Я бы даже сказала ветровочка. И есть небольшие загрязнения. Куртка с капюшоном. В капюшоне вот такой вот плюш. Размерчик M. На замочке, на заклепочках. С капюшоном куртка ML. Есть в капюшоне вот такой искусственный мех. Удлиненная. Очень такая хорошая. Это еще не все. Так. Дальше. Такая вот куртка с капюшоном. Капюшон убирается в воротничок. Здесь вот. А, нет, не убирается, просто отстегивается. Размерчик у него, у этой куртки LXL, есть небольшие загрязнения, они легко удаляются. Куртка, размерчик SXS, на замочке, на заклепочках. Так, 2XL куртка. Куртка с капюшоном на замочке, размерчик M. XL такая вот куртка, сзади большая резиночка, элечка куртка на замочке. Здесь у нас с капюшоном есть небольшие загрязнения, размерчик XL на замочке и на липучке застегивается. Так, куртка евро 40-42, есть небольшие загрязнения на рукавах и на карманах, и вот в области шеи еще. XL куртка, такая вот классная, теплая, с капюшоном куртка, размерчик M, удлиненная. Здесь у нас LXL сприт, укороченная куртка, тоже очень классная, с капюшоном, внутри искусственный мех по всей куртке, размерчик M. Удлиненная куртка XS, идет она вместе с поясом, такая хорошая тоже длина, холодно, мне осенью будет. Так, дальше. Секундочку. Еще вот здесь куртки у нас. XL, есть небольшие загрязнения. Здесь у нас куртка размерчик L. Есть кулиска на талии. Такая вот она удлиненная. Куртка XL. Вообще такая прям интересная очень. И здесь у нас куртка 56 размера. Есть небольшие загрязнения. Это все легко удаляется.
На этом все. Спасибо за внимание. Подробная информация в ссылке под описанием.